1 сентября правительство Московской области подготовило подарки для первоклассников. Наборы, куда входит рюкзак и школьные принадлежности, могут получить малообеспеченные семьи, чьи доходы ниже прожиточного минимума, то есть 13 115 рублей. Один из родителей должен обратиться в управление соцзащиты и предоставить документы. Паспорт нужно предоставить, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, справочки о доходе семьи за предыдущие 3 месяца, выписку из домовой книги и справку из школы, что ребенок поступает в 1 класс. Хочу обратить внимание, что ребенок должен поступать в 1 класс в школу Московской области. И ребенок, и родители должны быть прописаны в Московской области. По данным Управления соцзащиты, наборы первоклассника получат 300 люберецких детей. Акция продлится до 5 сентября. Получить информацию можно по номерам горячей линии, которые вы видите на своих экранах.